Хадугабхарала и Башрая Ауазырзы Хашха Куапынгыламыз Дарат Сакуан Рашча Рыцхраразы Чечентыла Инхоке Рима Варта Ачарачу Хьюка Ищуғоп Уртрахт Апснахакуитразы Хаку Парахуалу Пхарабхядзит Хьюки Хай Хабачаз Рабхе и Башра Дайт Хамради Ярави Вихбашук Сайхыцван Ай Башра Анахура Йоуит. Я услышал, что собираются добровольцы в Абхазию на помощь. И как-то к этим ребятам соединился через перевал горы Кабарды-Черкесии, через Ирицу сюда. Нас встретили. Ну, Аш встретил нас. В Ирице еще абхазцы встретили. Обули, одели, ну, ботинки все порваны были, ноги обтертые, ноги лечили. Потом оружие выдали, что есть. У некоторых было оружие. Дома, когда приходили из Чечни. Она из Фархаца рылапсны зыхчо зырыва гыларцы айтам ради ящча и цбача виджа. Руаджик усхан жипш шоксараку не хыцваз. Он поехал, потом я за ним, можно сказать, практически сразу же. А потом, спустя там некоторое время, уже шромские наступления, когда были, младший, Руслан его зовут, он пришел за нами, 14 лет ему было. Он со школы прям портфель через забор закинул домой. Он, еще один Акаев Амад и Альберт, его фамилия я не помню. Они, оказывается, где-то уже неделю здесь были в Абхазии, но они прятались от нас. Где, когда мы идем, то там прячутся они, то там. И в шломское наступление я смотрю, Руслан, что ли? Да не может быть. Руслан в этом году не смог приехать, а так он бывает здесь. Что вы ощущаете, когда вы приезжаете в Абхазию на День Победы? Честно сказать, и горе, и радость. Обе. Радость в том, что она свободная, то, что мы достигли того, чего хотели. А грусть – это то, что нет тех людей, которые должны были тоже. Но они ушли ради того, чтобы сегодня эта победа была. Все сложенные жизни на алтаре этой свободы – это стоило того. А фырхацаре гумшаре арпшных от Габхарала и Башра Яуан Нхыц Кавказ, Тырктыла, Урыстыла, Иордания, Шамтыла, Уха, Рухлын Пихай Башра, Даразы Гитачкункны и Дгылан Хашамт Гелазы и Башуан. Друг у меня здесь погиб, мы с детства дружили с другом. В Ишерах вот здесь же. Я был ранен, попал в плен. Контужена была. Ногу потерял. 8 ранений получил я. А все это было из-за того, что первый танковый прорыв здесь под Горбатым мостом я подбил танк. И на следующий день я с друзьями поехал за трофеем. Нас попросили показать, где трофей. И когда поехали, мы попали в окружение. Грузинские агрессоры, они перешли эту речку в свою сторону, чтобы забрать свой танк. И мы попали в окружение. И нас сходу с гранатомета подбили с машины. Двое абхазцев было на кузове, они за танком, чтобы танкисты были они, чтобы танк забрать. Трое моих земляков, которые сидели, мой друг и еще двое чеченцев рядом, они погибли, а я как-то чудом уцелел. Мира с первой очереди, мира, чтобы мир был, чтобы радовались люди, чтобы дети видели детство. Это самое главное, что у человека должно быть. Земля красивая, люди красивые. Поэтому мы оказались здесь. У наших братьев проехали, когда было тяжело. Поэтому всему абхазскому народу я желаю успехов, удачи, счастья всем. Абсадги лахабзия бары, а патриотизм и злаз, уя пепш я хдзидза, а запснацей чайрыва гыла зей уэпшма хунткара, куаркон пи айбаш чайрыбзораны, а яй раагара лыршахэйт. В Грозном, когда приезжали огромное количество западных корреспондентов, они всегда спрашивали у меня, сколько вы платите добровольцам, ну, которые воюют у вас. Ну, говорят, многие из многих стран. Вот этот вопрос их очень волновал. Ну, я им то зло, то так
спокойно отвечал, что мы не платим никому. Это они пришли не за оплату, а по зову крови. Поэтому даже ваши вопросы уже оскорбительны. Аус мяпгапячу хайбашра тема лашаква нарыгдзейт ха жинралаква ирыпхет, айбашра гумшаква харгуала дыршет. Акарту апсуа айбашрачу, апсад ил ахчицей, атынчуа апсыры, хунызкю гарбанца рыпстазара чахнацей. Апснацейца зыгрепш, яшыра арцейца фырхаца рапхетбе амши нырганы, бушпыла рыпсад ил ахчыры изгылы. Акартуа апсуа ибашраан, ханижи жевевик, яшыра кыта ятуз хцейца хазына пахацтахы. Ипшу айайра южижа башуксахыцра изго усмя бгатку иртауэт хадгуапхарала ибашра яаз. Амразарандеп хайналгунджия апсуа телехуапшра.